Итак, здравствуйте, дорогие мои друзья, все мои подписчики, те, кто просто смотрит мое видео. Вот пришла моя новиночка, наконец-то, это тоже куколка Rainbow, хай. Тесса Парк ее зовут, из группы этой, тоже музыкальной, которая Rainbow Vision идет, которая победила на этом же конкурсе Eurovision. Ой, Rainbow Vision, все время, блин, Евро почему-то, ну, Rainbow Vision, какое Евро, блин. Вот. Ну, в общем, заказала я ее, потому что, как бы, группу я тоже собирать не буду, потому что той третьей я не помню, как зовут, а еще одна мини-чой, вот, из этой группы, вот. Но их, по-моему, нет на Вайлдберрисе, а нюдом я не собираюсь заказывать, я не люблю. Я люблю, когда все на месте, вся одежда, аксессуары, хоть я некоторые такие, как сумочки, убираю или вот такое, но вот эти журналы, они очень красивые, они как настоящие, то есть я сейчас покажу это, вот. И, то есть, в основном, как такие, как сумочки, там, вот это все, это не нужно. А вот даже аксессуары, которые чашка с тарелкой и фотоаппарат у этой Лаванды Лени, они вот классные, потому что вот даже две книги настоящие с буквами у Скарлетт Роуз, которая Shadow, вот это вообще потрясающие аксессуары, я такие я люблю. Вот, поэтому как бы ободки всякие, вот это все я оставляю, бусы. И нюдом как-то заказывать, вообще без одежды, голышом. У меня нет на них одежды. Я не заказываю участников одежду и ничего придумать не могу. Поэтому ни за что и никогда нюдом. Я люблю все новое и в коробке. Даже если они дорогие, но вот это вообще дешевое. Да, заказала я ее так. То есть я же хотела заказать эту сначала куклу Джет Доусон. Вот. Здесь она немножко неровно стоит, потому что это на кровати. Здесь я снимаю уже дома, как вы видите, не баня. Вот. И Джет Доусон сначала хотел заказать, да, то есть ждала зарплату. Вот. Ну и как бы не совсем ждала, потому что там же можно, ну как, да, то есть я ждала еще зарплату и хотела заказать 4 сентября. Вот. Потому что как бы я высчитываю, неделя же идет товар. И через неделю там мне должны были уже дать, то есть вот. И как бы хотела заказывать пуховики, потому что, да, ну, то есть вообще я кукол не хотела заказывать, я хотела заказать пуховик, ну, и, может быть, одну куклу, как раз Джет Доусон. Вот, она была 5 с чем-то там, вот. И когда я как раз маме отправила, смотрю, пуховики, просто они сначала повысили их, там сначала было 4, потом, да, там 2 вида хотела померить, просто розовые, вот. И повысили их до 6400 с чем-то. Я думаю, не, я не хочу за такую цену заказывать. Вот. И как бы я хотела же еще и Джета, она около 5 стоит, и мне вообще не хватит, мало останется. Вот. А потом я как бы маме скинула, смотрю, с утра захожу, пуховик 3900, говорю, да, надо скорее заказывать, пишу маме, какой размер. Вот. А мама почитала, говорит, там отзывы нехорошие, не надо, мне не нравится. Я говорю, ну тогда все, я не буду искать, потому что я столько уже переискала, у меня в глазах рябит, там вообще одна муть, одно Г на этом Вайлдберрисе, нет того, что мне надо. Мне нужно длинноватый, хотя бы длиннее, ниже колен там, и главное, это мех и капюшон. Я без меха не ношу ни куртки, ни... потому что я их этим мехом закрываю лицо, когда иду в мороз. У нас минус 36 бывает, даже минус 40, или 38 минус, и я не могу без меха носить. Я им укрываю щеки, лицо, подбородок. И поэтому там все без меха, все ужасное и дорогое. За 13 тысяч я не хочу брать, не знаю. Около 8 хотя бы вот так вот, да. То есть, хотя сейчас, наверное, цены-то уже изменились, все. Ну, вот так вот. Меня вещи не радуют, которые я покупаю себе. Да, я их ношу, все хорошо, но у меня почему-то нет никакой радости. Как будто я, блин, деньги просто взяла и выбросила форточку. Вот так вот, да, меня не радуют вещи, меня радуют только куклы. Но видите ли, куклы, не оденешь же на себя. Взял такой, да, кукол, связал так ниткой, сшил себе пуховик из кукол и пошел. Такого же не бывает. Вот. И как бы сапоги нужны, потому что на Вайлдберрисе я заказала туфта вообще. Там пятка с дырой, все провалилось за 2 месяца. Вообще, блин, я теперь боюсь обувь заказывать там. На Вайлдберрисе мне хватило. Сапог этих, я вон пошла сейчас в магазин и купила штаны и кроссовки нормальные. Там сразу же померил все и купила.
и нормально. То есть я хожу в такие магазины, которые дешевые, не слишком дорогие. Вот, это «Планета одежды и обуви». Там все для всей семьи, то есть одежда, вот такие магазины. И это не секонд-хенд, а просто, то есть это, ну, там тоже иногда дорого бывает. Вот, поэтому по престижным, такие, как в центрах торговых, где там, блин, кроссовки по 5000 стоят, я такие не покупаю, вот. Я там буквально за 700 или это, даже за 1000, вон, боюсь купить кроссовки, хотя сейчас нормальные купила, потому что я скупой платить дважды. Я вот взяла, купила дешевые, 34 размер, они мне давят палец. Нет, ну, конечно, ходить в них нормально так, доехать до дачи, а вот сидеть весь день с 10 до 10 в них прям неудобно. Я же убираюсь, бегаю туда-сюда, хожу, это у животных там, и сидеть весь день, и в них там прям давит палец, а зимой толстые колготки, и не одеть уже будет. Поэтому вот нормальный купила, 36 размер, и нормально мне они подошли, как раз толстыми колготками ходила, все это. Ну и вот, в общем, да, задержали на день Тессу, что я очень недовольна, потому что доставка была Тессы и крема на воскресенье, на 8 число. 8 же, по-моему, было воскресенье. Вот. А сейчас четверг. Вот. И забрать ее смогла только в четверг, через 3 дня. Так же, как и крем. Он был отсортирован уже на пункт выдачи. И все, я думала, ну уж крем тогда хотя бы и забрать. Или я потом думала, не, ради крема, воскресенье, после дачи уже. Я уже потом начала в Sims играть и кино смотреть. И так она и не пришла. Поэтому доставка вообще ужас. Задержали на день. Я вынуждена вот так была терпеть 3 дня. Для меня это 3 дня как 3 месяца шли, блин. Я там, блин, уже не могла сидеть. Еще причем у младшей племянницы двухсторонний гайморит. И мне сестра уже во вторник пишет, я не знаю, как там, что. Может быть, если в больницу нас не положишь, там мне же еще должны остаток зарплаты дать. Но потом я в 2 часа все-таки решила написать в среду, как там, что. Этот, нормально все. Он говорит, да, все нормально. И она выйдет, потому что сестра меня пока заменяет. У меня же в среду выходной и суббота, воскресенье. А та провец взяла какую-то подработку. Ну, то есть, или что там, или она работает, не знаю, короче. Ну, вот так вот вышло. Ну, я как бы ничего, нормально. Я ничего такого не говорю. Я просто говорю, что вот у продавца нашего, да, то есть у нее же работа. Нормально, пусть работает. То есть, это же хорошо. Вот. И 2 недели поработать в четверг я... Нормально мне, то есть ничего такого нету. Вот. Просто вот это вот 3 дня ожидания. Вот. Поэтому, как бы, да, все, вот последнюю неделю я дорабатывала, ну, доработала вот, с выходным в четверг. Вот. А дальше уже все нормально будет в среду. То есть, вот. Ну, если она еще там, да, что-нибудь, это я, конечно, да, выйду, поработаю, если у нее там. Изменится еще какой-нибудь график. Главное, чтобы меня кто-то сменил в будни, потому что 5 дней тяжело же работать. Вот. А так все нормально. Хоть сестра да сменила. То есть, ну, я сейчас переживала вчера, думаю, положат их в больницу еще с этим гейморитом. И мне придется работать 5 дней. И в субботу. У нас же картошка, мы так не выкопали. Нас вообще топит в Томске. У нас там вообще прям у некоторых дачи прям плавают. Я видела фото в воде. То есть у нас как с августа начались дожди, так вообще не прекращается. Каждый день вот этот моросячий, ну, не каждый прям, а ну, все-таки бывает, но там пасмурно просто. Без дождя. Но в основном выходные, не дают нам картошку выкопать. Эти дожди и все. И даже если один день там 2 нет, а потом на следующий там все 3-4 дня, и все, опять все мокро. Земля же, она не может так впитывать быстро. Вообще, куда эти дожди, когда уже осень, уже деревья ложатся спать? Зачем? Вот надо было летом поливать, когда цветы растут, грибы. Вот. А сейчас-то зачем? Уже все уже падает, листья опадают, деревья лысеют. Зачем поливать-то? Куда расти зимой траве? Все уже должно все уходить уже. А у нас льет и льет, и до сих пор воды нет. И отопления, естественно, нет. 3-й месяц, 4-й уже скоро пойдет, как нет воды. Это вообще жуть. Ну, я рассказывала это на обзоре одежды, которую я тоже забрала сегодня. Теперь будем о Тессе, да. А, кстати, чему я заказала, да, то есть вот пуховик, мама сказала, что не будем, и я скорее на сайт хотела Джей Долсон заказать. Смотрю, ее повысили до 9000, то есть 8900 стал, ну, это почти 9. Думаю, ну, блин, я так хотела эту Джет. У нее такой классный наряд разрисованный, как будто, и думаю, вот это платье.
Просто у Аллы было это платье маленькое. У нее такая же кукла есть. Вот. И я думаю, ну, может, просто ей такое попалось. Думаю, может, мне нормальное попадется. Потому что вот я тоже писала в группу, что у моей Делайлы джинсы вообще не налазят. Вообще там. То есть я с трудом. Я беру вот так ноги. Я вот так прям их вот так вот рукой кверху, вот так вот здесь тяну, вот там. Но я все-таки натягиваю. Ну, куда? Такие штаны красивые белые с ромашками. Я кучу их выброшу и продавать как-то. Не хочется и других кукол одевать, как-то, я не знаю. У меня, потому что каждая одежда принадлежит каждой кукле. Я вот это вот не отдаю никому. Я терпеть сама не могу. Я бы ни за что в жизни не отдала свою одежду кому-то поносить. Это их одежда, она с их всякими этими ДНК там и все вот это вот. И как-то отдавать другим куклам. Я так считаю, что если эта одежда ее, значит, это должна быть ее. Она должна сама же в нее переодеваться. Я не комбинирую вот эти вот все одежды. Вот. Если только, да, вот нюдом, в принципе, заказать, как Алла, то, что ей не нужны аксессуары, тоже нормально. Просто я так не заказываю. Я не люблю без аксессуаров куклы и без одежды. У меня нечего одеть. Я не хочу у других забирать одежду, говорю же. У меня полно мешок. Вообще такой громадный мешок, но я не хочу забирать у других одежду. Вот. Ну, в общем, да, думала, кого бы заказать. Ну, и а у меня Тесса тоже была отложена, две там, у двух продавцов в корзине. У меня там еще Николь в корзине и Мара из группы, которую вот я купила, эту Уму Ван Хус. Мара там какая-то, я забыла пока фамилию, потому что я когда покупаю, тогда помню уже. Вот. Вот Харли, ее нигде нету, только, по-моему, на Озоне. Я, кстати, я закачала Озон, это все фигня такая, я его удалила. Я его закачала, да, с трудом, я открыла в телефоне почту, потому что туда на почту еще присылает. Я пока ее открываю, там у меня уже все уходит, у меня планшет тормозит, ужас как. И, в общем, зарегистрировалась, все, внесла карту, стала все смотреть. Там вообще много каких есть, которых нет, и по скидке. А видите, там скидка с Озон-картой. А я не знаю, как ее, где ее брать, там что-то зарубали ее, то ли заказать, выслать, или я не хочу с этим заморачиваться, потому что я не знаю, как там что. Вот. И как бы думаю, ну ладно, это побросаю пока в корзину, думаю, уж потом закажу. А потом посмотрела, там сроки доставки, там это все около 3 недель идет. И еще причем сразу платить. Я так не хочу. Сразу. Я не люблю такое. Вот, да, там нет мошенников, но я предпочитаю сначала получить товар, а потом за него отдать деньги. Вот, ведь ты же, когда идешь в магазин, ты же не платишь сразу все на кассе, а потом выбираешь там колбасу или хлеб, а вдруг ты ничего не купишь, да, потом приходишь мимо кассы, и тебе это все возвращают, да. Как это странно. Поэтому я не люблю так сразу все платить, вот, поэтому я так подумала и удалила этот Озон, нафиг он мне нужен. На Валбисе закажу, и все, тем более у меня уже места нет. Я с трудом нашла для Джет, для вот Тессы я нашла место. Она, кстати, стоила 3 907, и я ее сразу же заказала. Потому что, как бы, вот, Джет Доусон повысили. И думаю, ладно, Тессу закажу, ну, клевая. Но я ее вообще сначала не хотела вот из-за этого, видите. Вот это меня прям раньше так бесило. Ну, что это такое, обрубок какой-то, штанины, здесь гольф. Вот. Ну, как бы здесь еще видите, гольф. Здесь только вот чуть-чуть. Как бы одна шортина, другая штанина и гольф. Вот. И почему я ее заказала? Потому что я потом жалеть буду. Я уже так жалела. Я как-то заходила в Детский мир давно. Смотрю, стоит набор, одна коробка, сет, где Тора Лей и этот Кэти Нуар, которые были вторая волна еще. Вот. Этот сет был рокеры. Там она с Торолей, черная кошка, Кэти Нуар и Торолей Страйп. Рыжая, черная. И у Кэти Нуар вот такая же штанина, только у нее нет гольфа. Ну, кошка-то черная, вот эта Кэти Нуар. И вот так, такой же наряд у нее, также штаны с обрубком, шорт. И меня это очень бесило. Думаю, ну что это за такой костюм, где обрубок какой-то. Одна шортина, другая штанина. И я теперь жалею, что я не купила. Я тогда зашла в Детский мир, увидела, там один сет этот был, одна коробка стояла. И я взяла в руки, посмотрела и поставила. Блин, ну какая же я дура.
Ну, классный же наряд был. Какого фига? Я просто посмотрела и поставила. Поэтому я и заказала вот эту вот Тессу, что вот это вот. И я так жалею, что я не купила тот сет, что там Тора была, и Кэти Нуар классная. И вот. А деньги ведь были. Я тогда просто ждала, захрала, посмотрела, поставила. Думала, как можно, блин, куклу посмотреть и поставить? Особенно, если она классная. И таких у тебя нету. Понимаю, если есть, да. И ну, или ты просто не хочешь, ей не нравится, просто хотя бы посмотреть. А вот я теперь жалею, да, что я и не купила тот сет. Значит, вот, расческа с Тессой шла. Журнальчик вот такой вот, где изображена их группа. Здесь тоже Эрех, Royal Три или Три, не знаю. Тут, короче, я не умею читать по-английски, как у них называется этот... группа, вот это мини-чой, да, вот она родственненькая. Вот это я вообще не помню, как ее звать. А вот это вот Тесса, да, классненькая. Значит, здесь у нас тоже Тесса нарисована, вот где она сидит на такой табуретке. Вообще классная поза. Вот бы так их посадить, но я не знаю, конечно, так получится на такой стул, табуретку какую-нибудь посадить. И причем у нее ручка вот так вот, видите, то есть вот она тут. Тоже так не сделается. Ну и вот тут тоже она красиво нарисована. Вот она теребит свои волосы. Рада, чёлка здесь, конечно, на картинке, на арте, конечно же, лучше. Вот сделали бы ее так же, вот так вот. Да. Но я здесь ничем не могу сказать, что это хуже, потому что это вообще прекрасно. Это вообще классная чёлочка, то есть сделана. Я сейчас все тоже покажу. Вот здесь вот, конечно же, могли бы тоже какие-нибудь картинки сделать. Здесь вообще текст английский. Всякий разный какой-то текст непонятный. Иероглифы даже. Вот здесь китайские иероглифы есть. И текст тоже просто. Две страницы не нужно вот это вот. Я все равно прочитать не смогу это. И вот здесь уже в конце, где они темные, вот их фигуры темные изображены, да. Вот она, это Тесса, это вот самая главная третья посередине, вот. Хотя здесь Тесса. Вот это мини-чо, я так поняла. Вот, и вот здесь, да, автографы их, по-моему. Вот такой журнальчик прикольненький, значит, туфельки ее. Классные туфли тоже здесь с бирочкой, они белые, и везде вот эти ремешки черные, да, вокруг вот здесь вот ноги, снизу, носочек закрытый. Все раскрашено черным, кроме бирочки. Бирочка здесь 2022. Она по бокам, вот здесь и вот тут вот. И она такая, это как ее волосы, голубоватая. У нее какие-то волосы такие, даже не знаю, какие-то не голубые, это светло-сиреневые. Вот. И здесь надпись китайская. Вот, вот так вот, вот они выглядят, да. И здесь тоже иероглифы, китайские надписи. Подошва у них тоже светло-сиреневая. И каблук вот такой вот тоненький. Значит, так, одежды вообще классно порадовала меня. Думаю, откуда они берут эти шорты. Сейчас покажу шорты. Вот, значит, кофточка. Хотя я не понимаю, зачем она, потому что тут есть топик, и вот этот тоже вместе. Это куда его надо одевать? Под вот эту майку, что ли, наверное? А зачем? То есть и майка, и это топик, или вот вот этот тогда топик можно одеть, но здесь он классный белый. Ну, в общем, третья майка какая-то, то есть просто так. Вот здесь, да, изображена она черная, здесь изображены вот они три, так же, как вот здесь вот в конце вот этого журнала, вот они. Вот на этом же фоне, то есть вот это все изображено здесь на этой футболочке. Значит, маечка вот такая, топик идет сиреневого цвета. Тоже как волосы, такая коротенькая, просто маечка. Вот они, эти шорты, они были. Они не одеваются, то есть, вовнутрь штанов, потому что я так поняла, что штаны большие, они здесь и торчали вот тут вот так. Вот. Это можно, типа, ее фоточь, как она бежит, пробежка у нее, например, с утра бегает, да, вот в таком вот наряде, или там в спортзале, можно вот так даже, то есть вот такие трусы какие-то, зачем они и трусы, но это как шорты, они такие прям трусы-шорты, то есть, потому что у них же накрашенные, молдированные трусы, вот, хотя, в принципе, можно, я не знаю, как купальник, или на пляже вот так ее сфотать, да, вот здесь они просто черные, но они прям очень короткие, не так, как вот эта штанина, то есть... Такие вот, да, шорты-трусы черные с китайскими иероглифами. Вот здесь на резиночке у нее нашиты вот такие китайские иероглифы. Значит, штаны. Ну, я, наверное, буду вместе одевать, потому что, смотрите, то есть они
Они вот так вот были, да, и вот так вот, вот в коробке, вот здесь кто-то надпись торчит. Это, наверное, так сверху, а вот штаны как бы немножко приспущены, потому что я думаю, если их одеть, они вот здесь широкие, они, наверное, будут сваливаться и на бедрах, и здесь будут торчать ее трусы молдированные. Но я сейчас посмотрю, да, буду снимать, когда во втором аутфите, я вам покажу это все. Значит, штаны вот такие. Изначально хотелось вот так одеть, вот с этой курткой, вот это все, штаны, и вот эти ботинки, вот, которые у нее здесь одеты. Просто с туфлями как-то такие штаны, она как спортивная, такой образ, вот этот спортивный. И туфли как-то со штанами. Блин, вот у меня бесит вот это вот именно подставка, вот это вылетает снизу. Вот у них там маленькое расстояние, она постоянно вот эти круги вылетают оттуда. Сама-то кукла хорошо стоит в шкафу, не падает, а вот возьмешь и палка вылетит из этого круга. Вот такие штаны, да, светло-сиреневые. Вот видите, вот она дырочка. Вот здесь вот, я не знаю, конечно, вот видно или нет. Вот тут вот она прям вот. То есть вот они закрепляют. Вот я говорила на обзоре Барби, этот одежды только что снимала, которую я коричневую заказала, что у одежды Виана приклеены все скотчем. А вот здесь вот штырями. Вот тут дырки теперь, блин. Приспандоривают все штырями. Ну вот они думают, вообще у них мозг есть. Они же дырявят одежду. Куклы-то не дешевые. Вот такие, да, сиреневые штаны по бокам, но они как шаровары такие, да, идут. Я все-таки думаю, что их шортами надо одевать. Если что, можно сразу снять и шорты. В штанах жарко, раз, снял штаны. Не прячься нигде в раздевалках и в шортах. Вот, значит, вот здесь вот пряжечка висит. И вот здесь вот у нас тоже... такой вот этот, как бы, как сказать, стразик такой, или, короче, этот аксессуарчик с китайскими, я вижу, иероглифами тоже на карабинчике висит. Вот здесь китайские иероглифы, значит, какая-то китайская группа, наверное, что у них отсылка вот здесь вот тоже китайскими. И тем более это мини-чой, вот это как будто она кореянка. Такая это фамилия у нее, имя Чой особенно, вот это вот. Лили Ченг тоже там вот, как Ченг. Китайский, она, наверное, какая-то кореянка, что ли, или корейская группа, типа, ну вот, раз тут везде иероглифы китайские, здесь кнопочка на штанах, а здесь уже с внутренней части они такие темно, это, сиреневые штаны, и вот это я вообще не поняла, что это за фигня такая, вот это вот какой-то балахон, тут у нас еще нитка торчит, вот, значит, вообще... И, наверное, одевать вот это не буду, если только по фотку и все со штанами. Он типа там вот так одевается как-то. Вот были, да, куртки всякие эти, кофты у этой Kia Hart во втором аутфите с шортами у нее. И куртка, и рубашка. То есть рубашки вот эти вот, да. Рубашки, которые просто имитация рубашки, они застегиваются тоже на липучке. И здесь два рукава. Это у Ки Харт второй аутфит, у Ривера в первом и у Руби Андерсон. Вот, там у нее тоже рубашка у первой базовой. Вот, я так думаю, это тоже что-то типа рубашки, да. Только вот это вот как, вот это вот еще на плечо вот так вешается, как странно, это рубашка или это халат какой-то завязанный. Короче, вот здесь вот пришиты, да, типа завязки. Я тоже вот вижу китайские иероглифы всякие. И вот здесь тоже, видите, дракон изображен, и китайские иероглифы тоже, буквы. И здесь вот тоже скреплено ленточкой, карабинчиком таким, как очки, короче. Ленточка такая какая-то, бело-черно-сиреневая. Я вообще не поняла, что это за одежда такая. Ну, будем считать, что это как кофта какая-то такая китайская или корейская. То есть из Китая у меня есть, из Японии, а вот это поди из Кореи. Корейская группа какая-то. Потому что Лили Ченг, там Лила Ямамото, Китай, Япония, а Кореи еще нет. Будет корейская, короче, у меня это. Тесса Парк, да. Значит, ничего тут я трогать не буду из прически. Вот, значит, вот подставка у нее сиреневая. Значит, волосы собраны в хвост. На конце у нее закручена вот такая большая кудряшка, что это все так останется. Вот. Вот эти вот тоже трогать не буду. Я говорю, что я очень сильно прям так жалею, что я помыла Блу Брукс волосы и вот эти вот штучки. Видите, как здесь тоненько все. Я так уже не смогу сделать. Это не знаю, чем они тут делают.
вот так вот тонко все, это будет вот так вот распушиться. Некоторые, блин, я там фото рассматривала, вот тут какие-то волосины вот так вот заделаны. Зачем? Красивая прическа, красивая челка. Я видела обзоры, когда мне тоже там стенка какая-то, или стинка, по-моему, мальвинка, что ли, в этой группе Ршихата. Она мне подсказывала, да, как делать все это, что я благодарна, но, видите, мне не подошло ничего, я хотела вот, чтобы вот так было. А я помыла, так уже не сделаешь, это надо профессионально прям делать, как они их там на фирме делают. Она мне там видео скидывала, что вот эту Тессу вот так вот выщипывают всю эту челку, что-то ей делают там вот. Вообще, прям я смотрела с ужасом. Я не люблю вообще вот это все. Я люблю вот так все оставлять, как есть. У нее тоже, кстати, была Тесса. Она говорила, что она не колдовала и ничего не получилось. А я вот так оставлю. Потому что вот это вот у нее прям классно сделано. Челка у нее никуда не поднята. Она хорошо уложена и опущена вниз, как вот это вот было с челкой у меня, у новой недавнешней тоже куклы, это Луна Мэдисон. У нее она торчала чуть-чуть, я ей пыталась два раза мыть. Она поднимается и не опускается вот так вот, как у Сани, как вот у Тессы. Она у нее торчит немножко, ну, немножко вот так вот кверху, да, то есть, если не покажешь, то есть она торчит. Вот, я же вот так вот еще и заматывала ей на голову так резинку, вот так вот одевала, и вот сюда вот так резинку. И прям с резинкой вместе лила вот сюда вот, да, как сказали, как я восстанавливала тоже у Эбби, Боминейбл у мастряшки. Не получилось. Да, получается все, она высыхает нормально. Через 2 дня я ее беру фоткать на даче, челка торчит. Она стояла в шкафу, и вот. То есть изначально, да, все хорошо, а потом раз и возвращается назад. Ну, я решила так оставить, пусть торчит. Если уж 2 раза мыла кипятком и не помогло, то пусть торчит. Ну, она не сильно, конечно, торчит, но все-таки хотелось бы, чтобы она вот так легла вниз. Если вот это вот тоже от челки у нее, видите, вот так вот загнуто, прям красиво туда не мешает и туда прям. Вот ни за что это. Меня прям это аж, не знаю, меня аж прям коробит, если вот это все смыть это все. Нет, нет, еще раз нет. Значит, уши в дырках, то есть есть в ушах. В дырках есть уши, в ушах есть дырки. И здесь сережек нет и не должно быть. То есть у них у многих так есть дырки. Здесь у нее одет как ободок, из за ухо заправленный с микрофон типа, потому что это группа, они поют. Микрофон висит вот здесь вот снизу на подбородке, он не мешает. Это все оставлю, потому что красивый ободок, вот эта вот штучка. Вот, значит, глаза красивые, ровные, все это реснички, там у нее блестки вон на тенях, ровные брови, челка не залачена, вообще классная челка, ровно лежит, все хорошо, и волосы такие прям, вообще волосы цвет вообще классный, у нее здесь не залачено, только залачена вот эта кудряшка, вот, это все оставлю, это не собираюсь мыть. Потому что все красиво, у нее здесь волосы, да, и сиреневые я вижу, и голубые, еще какие-то, то есть, не знаю, трех и белый добавлю. Ну, в общем, прям такие светло-сиреневые, прям классные волосы. У меня сейчас такими, да, волосами не было. Классная кукла, якорь есть, все нормально, то есть, вот, он шевелится, двигается, ничего не болтается. Значит, здесь вот это меня прям классно, вот такого еще не было ни у кого прям... Я потом на картинках заметила, у нее есть кольца на руках, смотрите, вообще классно. Причем они так проработаны, что они нарисовали их еще сзади рук, вот. Очень много колец, то есть это считай, то есть здесь получается, то есть раз на этом 2, 3, 4, 5 колец одето, вот на этом даже пальцы по 2 тут я вижу. Маникюр, смотрите, какой классный маникюрчик, то есть также французский. У нее ногти-то не длинные, она крашена 2 цветами, то есть черный и на кончиках этот светло-сиреневый, вот здесь как ее волосы. Так, здесь тоже у нее кольца, вот, то есть 1, 2, 3, 4, 5, тоже 6 колец, и тоже классный маникюр вообще прям с кольцами, а, да это же надо так сделать, смотрите, то есть у нее сзади и тут кольца, то есть и не какой-то аксессуар, а прям все нарисовано, они там их не сняли, они молдированные, они прям сделаны в этот, о, здесь еще на большом, да, пальце, вот, колечко, то есть 1, 2, 3, 4, 5, 6 колец здесь, и тут 1, 2, 3, 4, здесь 5, потому что тут еще одето еще вот здесь, а здесь уже нету на большом пальце кольца, классно, прям вообще кольца еще такие, она такая прям блатная с этими кольцами,
Такая, ну, как не блатная, а стильная такая, прям стильная-стильная. Вот сейчас распечатала, мне такой наряд очень понравился даже. И даже когда я уже ее заказала, думаю, я все-таки, наверное, ставлю ее так. Вот. Но посмотрю, конечно же, вот в этом наряде, как она будет во втором смотреться сейчас. То есть курточка, да, то есть у нее здесь тоже китайские иероглифы, здесь Магик написано, МГА, их фирма. Не забыли фирму обозначить на ее пиджачке. Здесь тоже китайские иероглифы с радужными вот полосками. Здесь, значит, тоже китайские иероглифы. РФ, Рейнбоу. Здесь какие-то три точки, три и Р. Вот, значит, сами рукава, они черные. Сама курточка идет сиреневая. Здесь лошадь с крыльями. А, Пегас. Лошадь с крыльями, блин. Единорог Пегас, короче. Потому что вот есть рог, крылья и лошадь сама. Это единорог Пегас. Значит, здесь написано уже так. Рейнбоу здесь снизу, а тут... тут непонятно. Вижу ТМ, что ли. Здесь вот как-то нашито прям так, что непонятно. Значит, здесь тоже китайский иероглиф. Здесь 22 какой-то. И вот здесь вот рейнбоу радужно написано спереди. Если вот так ее соединить. Просто тут бегунок и просто имитация замка. Ну, если у них такая проработка, что аж они кольца так сделали, блин, сзади, спереди, смотрите, прям. Здесь даже буквы какие-то видны, по-моему, китайские иероглифы. То есть все кольца разные вообще там. И, то есть, могли бы сделать, чтобы замок закрывался. Это не так сложно. Вот у Барби, например, этой экстры с кудряшками такими синими. И у нее там два котенка, и Скейт еще. У нее куртка с настоящим замком, ее можно застегнуть. Правда, он у нее большой и мощный, но все-таки можно было и здесь найти мини-бегунок, раз такие колечки удалось им сделать. Все-таки и можно было и сделать у всех. Имитация кармашков, они зашиты вот вообще везде, вот так вот вокруг. Значит, здесь у нее одето ожерелье, что не закреплено, вот здесь нету, хотя можно было закрепить, я его, наверное, замотаю, чтобы не потерять. Это как у этого, у Эдена Рассела, у него тоже там ожерелье, оно постоянно крутится, и вот эта вот надпись у него вот так вот постоянно, и мне приходится ее поправлять вот сюда вот, тоже там РФ, по-моему, у него. И вот эта кофта у него еще мешает, она постоянно это ожерелье крутит во все стороны. Здесь китайские иероглифы, тоже цепь, типа серое такое ожерелье, и китайские иероглифы. Значит, там одет уже такой топик, который очень тоже прикольный. Смотрите, он на шее закрепляется, то есть отдельно у него липучка. И идет еще на лямочках, вот так вот, и как топиком. Да, то есть вот такой белый, причем он такой лаковый, как кожаный, то есть идет он на ощупь. То есть и здесь тоже липучка он. Да, здесь штанины у нее прикольно сделаны. Пояс пришит уже вот тут, а вот здесь уже спереди нет. Здесь тоже пряжка китайскими иероглифами. Белая, ремень такой типа. Да, здесь одна штанина как шортина сделана, а другая как штанина. Просто здесь черная обрезана вот тут вот. И здесь уже надпись белым Rainbow. Вот. Многие я вроде видела, что их вот так вот делают шортами, но, возможно, это не они были, не вот эти штаны обрезанные, потому что полностью были черные, или, может, от какой-то другой куклы есть такие шорты, потому что если вот здесь обрезать, здесь будет тогда Райн. Рай. Анбов вот этот тогда отрезанный будет, и будет некрасиво. Видите, здесь надпись Rainbow. Это, наверное, может, просто были вот эти шорты. Хотя я видела, что они вот так вот ниже. Видите, если приложить, они намного ниже. Это как трусы прям. Вот. Кстати, можно фоткать, типа, она в пижаме, там конкурс какой-нибудь, вот так. Или даже вот это вот одеть. Шорты и футболочку, типа, она пижама может сойти. Вот. Здесь уже гольф одет. Он чуть выше колена. И вот здесь поэтому пространство ноги. Ее видно. Значит, ботинки. Вообще ботинки классные. Потрясающие ботинки, они вот такие вот, да, с разрезами тоже, и на туфлях есть разрез, что вот это вот хорошо можно одеть, потому что тут, блин, такое маленькое вот здесь пространство, если бы здесь не было разреза, как бы я, блин, сейчас запихивала, только вот в кипяток, а мне иногда не хочется, блин, на даче, например, переодевать или это, весь вот так сложить, да, тут вообще не продеть будет. Я говорю, у меня уже вот эти вот ремешки некоторые порвались, два у Lyric Lux и у Bella один. Я заклеила, да, все нормально, и натягиваю их
очень аккуратно. То есть я вот так вот переворачиваю их. Сначала пятку вот здесь протягиваю, потом переворачиваю и назад. То есть вот так вот одеваю. Значит, этот гольф блестящий. Он не просто белый, видите, он переливается блестящей радугой. Так, ботинки черные, подошва серая. Серо-сиреневым светлым, как и тоже волосы. И здесь Rainbow написано, вот. И вот тут тоже Rainbow написано, то есть с ярлычком вот таким приподнятым, что он серенький, немножко раскрашен, да, не как черные ботинки, а то бы он сливался. Вот такие вот классные ботинки, то есть у нее. Вообще кому-то это... У кого-то попалась она с браком, что вообще незаметный брак, и это уже, наверное, не вернуть. И причем в этой же, где я заказывала. Я сейчас посмотрела, нормально все с моей. То есть я сейчас вот это покажу, потому что здесь снимать это вот у них вот на этой ноге было, видите? Это не посмотреть, потому что тут штанина. И это не видно даже вот если вот так вот носок. То есть там сфотали и показывали вот эту ногу, именно левую, но я покажу на правой. То есть если вот так ее загнуть, вот здесь у нее прям... вот эти вот штуки, то есть сверху и снизу шарниры, у нее прям как будто ее там мясник отрезал половину. То есть у нее прям вот здесь вот наросты были и дырки небольшие. То есть рельефы такие вообще кошмар. Знаете, вот так куклу садишь, да, то есть вот в этих шортах, а тут такие эти. Я сейчас посмотрела, тоже переживала, думаю, как бы мне такое не пришло. Нет, нормально, то есть это правая нога, левая, все хорошо. Это, может, вот, да, иногда попадается кукольная лотерея, типа, что попадется. То есть она мне попалась классная, хорошая, глазки, все, то есть без брака. И волосы прям волосы, и они такие длиннющие, что я люблю. Такая кудряшка прям классная тут у нее. Ну, классная кукла, да, прям порадовала меня. Прям классная, я обожаю кукол, у меня прям радость это растет, растет. Но вот 3 дня, блин, эти, это прям жуткие 3 дня. Надеюсь, мне это... Джет Доусон, как и положено, придет 15-го, потому что стоит на 15-е. Это тоже на воскресенье стояло, но пришла она в понедельник, блин. Вот, поэтому я не смогла забрать, я до 10 работаю. Знаете, каково эти 3 дня, блин, было? Я старалась вообще не думать. Я сижу там, кино, конечно, смотрю, все это. Не думала, ничего это. А потом в среду, когда уже сестра сказала, что да, она выйдет сегодня в четверг, и я прям уже стала записывать, сколько у меня часов осталось. Там один час прошел, я уже зачеркиваю. Ну, для нас, кукольников, ожидания, вы же знаете, если кто кукол собирает, это вообще ждать, это прям хочется прям, как только пришло, пули лететь на этот Валберис и забирать. Но я, извините, я не могу, потому что работа. Вот. Поэтому надеюсь, что... Вообще надеюсь и жду Джет Доусон, конечно же, в субботу. Ну, мало ли, приходила. Вон же эта Дарья. Должна была тоже в понедельник прийти, какой-то там в июле, когда я заказывала их вместе с Луной. А потом я просыпаюсь в субботу. Я же хотела только тогда эту забрать. И тогда тоже же не пришла сразу Луна. А просыпаюсь и думала, ну вот она уже поехала на пункт выдачи. Там уже написано было. Отправлено в пункт выдачи. Вот, и просыпаюсь, думал, тогда хоть эту заберу Луну. А там все пришло, я же уже говорила, уже снимала обзор. И классно было, вот. И классно бы было, чтобы Джет Доусон приехала, конечно же. Ой, расплывчато, я не вижу. Во. Значит, классно же было, чтобы она приехала, Джет Доусон, в субботу. Ну, может быть, вообще в пятницу, то есть вечером или среди дня, пока я буду на работе, тоже завтра пятница. Кстати, пятница 13-й, мой счастливый день. Я почему-то у меня вот все хорошее происходит только в пятницу 13-й. Я, наверное, ведьма какая-нибудь. Вот, то есть у всех неприятности, такая, типа, пятница 13-й. А вот я не пойму, почему именно 13-й, почему именно пятница? Почему не 8-е и вторник? Вот, поэтому как бы мне это не понять, почему... Именно пятница 13-й, и какие-то там неприятности должны быть. У меня вот это самый счастливый день, пятница 13-й. Я обожаю этот день. Вот, поэтому я как раз работаю, и надеюсь, мне в этот день, может быть, даже и больше наторгую. Хотя я... сейчас стали у нас все покупать, потому что это... Закрыли там один магазин в ленте, которая горела у нас, вся сгорела напрочь, ее же отремонтировали через год. Ее там мужик один поджег. Вроде как выяснилось, что он больной, что ли, или... Вторую тоже пытались, но это другой. Там сразу потушили люди. Вот. А эту прям подожгли, она там горела вообще там. Ну, представляете, лента вся, там какой масштаб этой гипермаркета огромный. И там аж поезд пригоняли тушить. Там трамвайные линии рядом. И поезд, с поезда даже тушили.
И карп выжил там. Представляете, карп, рыба большая там. Он говорит, карп выжил. Представляете, что он там пережил внутри. Вот. И ее восстановили, да, эту ленту. И вот там был магазин. То ли четыре лапы какой-то, то ли четыре с хвостиком. Короче, они закрыли сами ленты, их выгнали. То, что они сами там будут продавать свое все внутри. А нам хорошо. У нас зато все теперь покупают. Потому что раньше там брали все, теперь у нас все берут. Нам это на руку, это хорошо, конечно, потому что торговля пошла, как бы все покупают у нас. Вот. А там-то все дешевое было, но как? То есть они думают, что вот мы сейчас поставим товар ниже стоимости, да, закупочный, и у нас будут все брать, и тогда выкупится это. Да нет. Магазинов много, люди везде берут, во всех разных. И это только убыток. Зафига ставить цены ниже стоимости и торговать в убыток. А чем платить зарплату, аренду? Я не понимаю, как. А то у нас все возмущаются, какие дорогие цены. Да сейчас все везде дорого. А мы на Валбересе закажем, а мы на Валбересе. Ну а что вы тогда к нам приходите в магазины и говорите это все? Ну заказывайте себе тихо там тогда. У меня такие прям тоже бесят люди. Ну заказывайте себе на Валбересе. Мне-то что? Где вы там заказываете? На Валберес или на помойке? Вот. Нет, они приходят и сообщают, где они будут заказывать. Ну вот, в общем. Поэтому-то я, да, и заказала двух кукол. Потому что, кстати, мне еще и пришел кэшбэк на карту 427. Там, ну, проценты от покупок возвращаются же, вот. И подарили 1000, да, вот при виде друга. Маме, конечно, 1500, то есть 500 и 1000, а мне 1000 прислали. И я очень рада, потому что мама мне вообще сказала, что это только тем, кому зарплату на карту передают. Вот. А тут мне пришло, я сначала смотрю, то есть я же записываю в телефоне, сколько у меня денег на карте. Вот. И потом на дачу приезжаю и смотрю, откуда у меня 8, у меня аж 7 было. Мама говорит, а вот там посмотри, где это история. И все, говорит, вот 1000 мне. Говорит, о, у тебя 1000 даже дали. А вообще не должны даже. Хотя вроде бы как 500, мама говорила. А видите, мне на зарплату... Ну там еще видите, как если больше 5 тратишь. Но переводы не считаются на Wildberries вот эти. То есть, или там кому-то это не в счет. Только если, ну, в магазине рассчитываешься в каком-то... Не знаю, но у меня не выходит вроде 5000 за месяц. Я, наверное, не трачу. Только вот за кукол, а это не считается. Поэтому, как бы, видите, у меня аж и 500 рублей, 1500, то есть, было. Поэтому я еще и заказала джет. То, что мне хватит на обе куклы. А так бы только Тесса, может, была. Потому что, я говорю, мне еще было кроссовки купить и штаны. Вот. Значит, вот такая вот Тесса, парк. Вот я тут аксессуары, которые сейчас буду продолжать снимать. Все это... во втором аутфите ее. Вот. Ну и теперь ждем, конечно же, Джет Доусон, который, надеюсь, заберу. Ну, по крайней мере, хотя бы в воскресенье, а не то, чтобы ее там в понедельник тоже прислали. И ждать. Ну, в этот раз 2 дня, но все равно 2 дня тоже много. Вот. И как бы. Поэтому я очень надеюсь, что хотя бы в воскресенье, как стоит 15-го заказ доставить, значит, должно быть так. Ну, вообще, я бы хотела, чтобы в субботу привезли. Это вообще бы было тоже классно. Хотя там я все равно не смогу ее снять, под обзор в бане на даче, потому что у меня картошка. В этот раз точно должны картошку копать. Вот. Хоть там и дождь, но мы, может быть, в теплицу будем складывать ее. А может, и не будет дождя. Хотелось бы уже, да, выкопать эту картошку и все, и быть свободной. Ну, в общем, да, вот. Rainbow High из Rainbow Vision Tessa Park. Это, ну, такая классная прям девочка. Замечательная. Я, кстати, думала, что этот YouTube заблокировали, хотела уже там, ну, вам говорить, но если что, на всякий случай, да, вот скажу, что если там будет что-то это, потому что я 2 раза уже добавляла, вот тогда этот с этим Дарью и эту Луну, потом еще я пыталась добавить, когда эту Wednesday Addams у меня была новенькая. Там вообще долго заходилось, я не могла ни зайти, ни загрузить ничего. Wednesday вообще пришлось добавлять с планшета и уменьшенную форму видео, потому что как, я сначала загружу, а потом скачиваю с этого, с контакта, со своего, свое же видео там есть, скачать сайт, где
этот, с Ютуба и с ВКонтакте. И вот я скачиваю, и видео уменьшается, потому что таким образом у меня есть место на флешке. А то там я снимаю, когда вот много, и очень большой объем. И вот я скачала, тогда и удалось добавить. А теперь вот я быстро добавила. Сейчас зашло сразу на YouTube. Вот. Как бы мы создали в России Рутюб, но я не хочу все туда. Это у меня столько видео. Представляете, сколько мне туда... Это надо месяца три, наверное, сидеть, сколько у меня видео, сколько у меня кукол. И не просто кукол, а всяких еще аксессуаров. Я же снимаю и не только на кукол, а на все, на мебель. На... Это реально месяц или два надо сидеть и добавлять туда на этот Рутюб. Я уже на Ютубе, так на Ютубе все. У меня там уже канал 5000 подписчиков. То есть, и поэтому как-то переходить туда заново, набирать это все это... Это если вот конкретно закроют, и то есть же ВНП. В Инстаграме я сижу же через VPN-программу. И там можно также, наверное. Вот. Вот на планшете у меня сразу заходилось. А вот через этот компьютер почему-то не заходилось. А сейчас вот я стала платье добавлять. У меня сразу зашлось и быстро загрузилось. Может быть, это, видать, ошибки какие-то были. Вот. Не знаю. Но так-то не хочется, чтобы еще YouTube заблокировали. Это все у нас отбирают, эти американцы, все корма, все. Вообще кошмар, блин. Ну, в общем, вот. Вот она вот так выглядит, да. Вот еще покажу раз все целиком. И сейчас буду снимать второй аутфит. Кстати, вспышка, блин, не гаснет. Раньше 20 минут, и все, а через 46, и все, вспышка до сих пор работает. Что классно, почему не пойму, так было раньше. Теперь вон, как долго и вспышка работает. Вот. Тесса Парк.